Всем привет! Сегодня 24 апреля. Это Карелия. Вот озеро Сандал. Оно у нас еще во льду. И сегодня плюс 18. Что я делала сегодня? Работы у меня, конечно, очень-очень много. Очень много клумб. И вот сегодня я пыталась сформировать канадскую розу. Ну, в форме штамба, что ли, вот как-то так, вот так. Вот она такая у меня будет. Три штамба сделала пока что, не один, а три. Вот так вот. Она у меня в тени, конечно, стоит. Она у меня так и зимовала, без укрытия. Я уже показывала. Ну что, вот здесь у меня вот такой большой... Вот, наверное, миксбордер. Что у меня тут растет? Ну, много всего на самом деле. Мало что проснулась. Вот борюсь я с ноткой. Залезла во все места. В общем, аккуратнее с ней. Это бересклет. Ну, карликовый, так я скажу. Карликовый. Ну, тут пытаются пролезть крокусы. Вот там вот их много. Там рододендрон. Это лук спиралевидный. Ну, в общем, сейчас будет все выходить. Вот еще выходные. 3 дня назад здесь лежал снег. И вот как бы таким образом азалия. Там вот немножечко прибралась. Тут хвойнички, это вот бересклеты, здесь ну, много разных разностей. Вот такая елочка, это опять азалия, розы. Ну, здесь всего много, на самом деле. Вот я сейчас покажу еще так. Ну, говорю, только сошел снег, так что... Здесь еще только-только просыпается все. И работа у меня, в общем-то, все. Кругом одни цветники. Ну, гряды тоже есть, теплицы есть. Вот так вот. Вот там вот попробую перейти. Еще недавно снимала укрытие только. Вот, видите, как... У нас еще все-таки Карелия, это северо-запад. Что, а что-то хотела показать. А вот просыпается мак голубой. Здесь прострел еще только набирает. Это выходит, по-моему, лилии, мартагоны. Вот это вот вышел аконит вьющийся. Вот тут будет... Ну, еще немного и все будет свести, расти. Это примула, там морозник. Ну, в общем, где-то вот так. Вот таким образом. Это рододендрон тут еще только-только. Вот под укрытием верхние цветочные почки, конечно, пострадали. Ну, тут такая поляна. Ну, в общем, где-то... Вот таким образом. Вот столько еще дел. Так, вот там. Ну, вот еще раз покажу, как я формирую свою розу. Вот так интересно будет. Вот такая вот. И вот так вот немножко общий обзор. С этой стороны у меня еще там укрытия лежат. В общем, работы немерено. Ну вот, пока на этом все. Так что посмотрим, что у нас будет здесь. Какая роза. Ну, почки уже есть. Так что вот так будет у меня роза на штамбе. Ну все, пока-пока. До новых встреч.